И my grab comes closer. So, вот это что значит, когда его захват должен еще больше прижиматься? Сейчас покажу. Вот он делает захват. Okay. Я не должен его захват отрывать от себя. Right. Я его же захват еще сильнее к себе прижимаю. He just has to press his grab closer to his body. Uh-huh. Смотри, это у меня взял вот так за руку. Я не должен вырывать захват. Я захват еще сильнее к себе прижимаю. He just presses his grab closer to him. Mm-hmm. Yeah. Nice. Я взял крепче. Я этот захват еще сильнее к нему прижимаю. So on the same grab he presses close. Крепко сильнее. Strong. Mm-hmm. Oh man. He changed everything. Вы меняете этот рычаг. Конечно. Yeah. А вот это все его силу забрало. All the power конечно. Was going. Вся сила пошла в плечо. Mm-hmm. Let me try that. Okay. 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 Wow. That's cool because they do this a lot in training. Вот он меня сильно взял, сильно берем. Вот я взял крепче. Ну, я в него. And he just inserted this into him already. То есть смотри внимательно. Я эту ручку взял, раз. Wow. Перевел. Окей. Окей. Да. Но смотри, еще дальше. Продолжаем эту тему. Я вот этот захват еще сильнее прижимаю к себе. Теперь я вот этот захват еще сильнее прижимаю к себе. Поэтому, если тебя человек вот так вот толкает, прям захват к себе прям прижимай. Я знаю, что у тебя суставы болят, я аккуратно. Я сразу сустав к себе прижимаю, еще сильнее. Мало того, я еще помогаю еще сильнее прижать сустав. Yeah, it makes it worse. Даже еще хуже. Конечно, конечно. Он такое ощущение, что он ничего не делает, но он видит эффект. Yeah. Посмотри, я тебе сейчас еще что покажу. Я не должен тебя прижимать ладонями, это очень слабо. Okay, да? Я прижимаю костями. Ну, yes. Okay. Wow. Nice. Yes, да. Можно потише чуть-чуть. Опа! Опа! Good, good, good. It's very good. Теперь смотри, возьми меня за руку. Смотри, я опять же твой сустав прижимаю к себе. Your joint, it presses against me. Ты смотри внимательно, смотри, я скручиваю и еще тело поворачиваю. Окей? This is excellent. А, к себе ближе. Just closer. Еще сильнее к себе. Even closer. Окей. Окей. Кого хрустнул? Нет. Uh-huh. Yes. Yes. Да. Креп. Креп. Что я делаю? Я раз. Все прижимаю. Окей? Okay? Смотри. No. No. Смотри. Одними руками ничего не сделаешь. Я подошел. Построился. Like подошел, смотри, one. Потом еще телом построился. Окей? Okay? Да, окей. Ну? Yes! 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 Yes. Если парень больше будет, то ты так не сделаешь руками просто. Сам попробуй. Try. Сам попробуй. Смотри, я это взял. Ну как, вылезешь? Too late. The rat was in the trap. The mouse goes... Смотри. Я сразу раз. Окей? Okay. What a master. These are all... Я не мастер, фломастер. All fighters right here, man. Извиняюсь. No. Вот прошел, смотри, что я делаю. Я раз, сустав к себе. Окей. Окей? Если ты вот здесь взял, смотри, вот тут, что я делаю? Я раз, тело так построился к себе. Окей? Okay? Смотри. К себе. Он хотел, как бы у вас... Пистолет? Не. Деньги в карман забрать? На! Я сейчас тебе делаю захват и раны, ты прижимаешь так, как тебе удобно. Ты прижимаешь не кистями, а вот этими косточками. But you should do it with this bone. Окей. Good.
Окей. Давай, думай. Окей. Good. One leg, one arm. Окей, да. Не две руки, а одну. Окей. Good. Yes. Теперь чуть-чуть побыстрее. A little bit quicker. Quicker. Good. Ай, я взял? Пардон! This is a surprise. It was a good one. I'm slowly. Stop. К себе. Чик. Towards this. Oh my god, that's good. Okay. This one I like a lot. Yes. Because this is a very common thing. Jiu-jitsu guys, wrestlers. It makes no sense. It's so logical. Ты приедешь и все расскажешь. Он уверен в себе, когда он стоит. They oversimplify. То есть, когда в джиу-джитсу вот они стоят, то это вот... Я знаю, джиу-джитсу они, они слишком просты там движения. Да. Я вспомнил такой случай. Я боролся в стойке с одним джиу-джитсу. Четыре дана у него по джиу-джитсу было. He was fighting with a wrestler who had four dans in jiu-jitsu. Oh. They were standing. Да. И я помню, что он все время стучал либо по себе, либо по мне. Он сдавался в стойке. Я его ловил на болевые. Stepping? Tapping. Стойки. Oh, tapping. Да. Мы с ним боролись, и я его то за палец, то за это. Он такой... Все время сдавался. Me too. Ну, все, что он, все, ему что понравилось, все, что он вот узнал да, от вас, собственно говоря, может приехать все это применять в джиу-джитсу. На здоровье, конечно. Хорошо. Can I possibly continue to teach these techniques when there's something like this? Проблема в том, что он думает, как он будет этому сейчас кого-то учить. Это когда, не проблема. Когда есть такой человек, как вы, который Почему делает это я? Замечательно. Почему? Система работает на каждого человека. Система работает на каждого человека. На тебя, на меня, на нее, на любого из нас может работать. И каждый человек ее воспринимает так, как она ему удобна. Вторая система принципов. Когда ты будешь пользоваться этими принципами, тебе очень легко объяснять людям. Если ты увидишь, что кто-то наклоняет голову, значит его тело не вертикально. Значит, он борется с собственным равновесием. Это же очевидно. Если человек двигает одними руками, значит он работает только мышцами. А он должен центр тяжести переносить. Баланс. Это все. Если человек кряхтит, то значит он всего лишь спортсмен. Есть еще такое понятие, называется культура движений. Как мы ходим, как мы двигаемся. Давайте кое-что покажу. Это, допустим, стол. А вот это шкаф. Только настоящий шкаф. Не человек шкаф. Мебель. Вот здесь еще один стол. Вот так руки сделаем. Okay. Вот это еще один стол. This is another table. Как человек двигается некультурно? Это кухня. This is kitchen. Mm-hmm. Значит, он подходит, он делает несколько шагов к этому. He makes столу. Lots of steps. Передвигается, руками что-то делает, опять топчется. Потом может вот так вокруг оси сюда повернуться, подойти к шкафу, открыть, что-то достать, опять сделать несколько шагов, опять несколько сделать несколько шагов, потом на этот стол поставить, потом опять этой же рукой поставить, так вот все это делать и так далее. Теперь я тебе покажу. Много ненужных движений. Да, субкультура движений. В один шаг подошел. Все эти движения вот здесь. В один шаг построил. В один шаг сделал. В один шаг подошел. Отсюда взял вот этой рукой. В эту переложил, сюда поставил. Вот из руки в руку, так удобнее.
И вот так, так тяжело. Not like this. А вот так легко. More difficult. Like this it's easier. Понимаешь? Yeah, yeah. Понимаешь, да? Mm-hmm. Да, я здесь подвинул, стул отодвинул, сел ровно, встал, подошел к шкафу, закрыл, что-то раз. Ящик выдвинул, ящик захлопнул и так далее. И у него все движения вот такие. Раз, два, раз, два. Экономно. То есть особенно девочки так ходят. Слышно, когда они ходят по квартире и пятками забивают гвозди. И их слышно, как они идут. Вроде маленькая девочка, она идет. Есть такой шаг у разведчика. Когда человек идет не с пятки, а с носка. Вот я покажу. So he's walking with the balls of his feet. Yeah, yeah. Mm-hmm. Does he ever cross his legs? Я не должно быть слышно. Я как кошечка иду. И я мягко-мягко шагаю. Very softly. Mm-hmm. Меня не слышно. Nobody can hear him. Да. Нельзя ноги вот так пересекать. Ты теряешь равновесие. Как ты не двигался, как бы ты ни двигался, то я все время между ног ширина плеч. So between your legs you always need to have the width of your shoulders. Не бойся. Смотри, иди, иди. Раз. Ага. Еще побыстрее иди, побыстрее. Понимаешь? Вот культура движения. Да. Культура движения.